Привет, это Лиза Чесавина и пандемические чтения из Петербурга для канала ArtPlay Today. Я буду читать главу из книги Александра Бреннера «Жития убиенных художников». Картинки Паши Паперштейна. В детстве перед сном я всегда хотел убежать. Куда? В картинку, возле кровати. На картинке это был город с крепостями, с черепичными крышами, с трубами для каминного дыма, с окошками и ставнями, с кирпичными красными стенами, с сапогами-вывесками. Безымянный город на картинке без названия. С тех пор я обожаю картинки. Луки, Бёрдсли, средневековые миниатюры, Джона Дэниела, Федотова, Гранвилля, Доре, Хогарта, комиксы, Коловка, Нашевича, Георгия Нарбута из иллюстрации к Пиноккио. Гравюры Дюрера, работы Клея для меня тоже картинки. Поэтому Павел Паперштейн мой самый любимый московский художник. У него прекрасные картинки, смутные, чарующие, рассказывающие всякие истории, кокетничающие, нежные, глуповатые, сомнамбулические, соблазнительные, игривые, литературные, бормочущие, узнаваемые, косноязычные, умничающие, инфантильные, старческие, отсылающие к другим авторам, постные, разочаровывающие, пресные, снова околдовывающие. И сам Паперштейн такой же, умно помалкивающий, уклончивый, прячущийся к себе в спаленку, убегающий в Прагу или в Коктебель, заслоняющийся книгами, завязывающий шнурки на ботинках, чтобы отвязаться от назойливой публики, раздающий автографы, хитрый, самовлюбленный, ревнивый, изворотливый. Когда я впервые попал в его захламленную милую квартиру в Москве, то сразу же решил остаться там навсегда. Мыть для Паши посуду, есть с ним бублики с маслом, класть ему на колено руку, ходить за ним по пятам, разговаривать, спать с ним в постели. Но Паперштейн не проявил к этому никакого особого интереса. Воробьи, как говаривал Серж Шаршун, с детьми ведут себя тоже по-детски. К сожалению, Паша повел себя со мной как старшеклассник с молокососом по-учительски. Кстати, мне всегда нравился и Пашин отец, художник Виктор Пивоваров. Он, как и Паша, понимает ценность картинки, знает, что в основе истинной картинки ребяческая тайна. Не потому ли, что я видел на детской картинке Леди Годиву с распущенной рыжей гривой, я повторял еще про себя под сурдинку. Леди Годива, прощай, я не помню Годива. Настоящая картинка – это волшебный мир, куда хочется сбежать, но пути туда запечатаны, и чтобы они открылись, нужно волшебное слово. Сезам, откройся. Нужна правильная абракадабра. А вот Константин Звездочетов этого не понимает, поэтому его картинки иронически бедермают. В далеком 1992 году я напросился не к Звездочетову, а именно к Паперштейну из-за волшебства Пашиных картинок. И думал, вот взгляну на эти рисуночки и стану с ним в этом чарующем мире жить-поживать. Это было замечательное свидание. Я шел к нему, как волк Бальтазар, чтобы положить перед Пашей дары восхищения. Паперштейн — это слово звучало для меня, как имя вифлеемской звезды. После израильского разочарования Пашин многоэтажный дом, московская высотка, виделся, как истинная земля обетованная. Башня Готфрида Бульонского, крепость Хасана ибн Сабаха. Ух, как я любил Пашу! Он открыл дверь и стоял в ее проеме святой старичок-младенец. Он не улыбнулся, но все-таки пригласил меня в свое жилище. А я смотрел в Пашин рот, как в пещеру, из которой вот-вот засветит волшебная лампа Аладдина. Но вместо лампы оттуда вылезла рука Ильи Кабакова и погрозила мне пальцем. Паша не принял мою любовь. Мы пили с ним чай, сидя на кухне. Стол был усыпан хлебными крошками, исполосован кухонным ножом. И это тоже выглядело пленительно, чарующе. Я думал, что вижу перед собой гения. В самом деле, в Паше проступали смутные черты гениальности. Его очаровательное косоглазие, его сбившиеся в колтун кудри, его голос, похожий на гудение пчелы. Но, увы, он этим голосом не пел, не шелестел, а только вещал, как учительница геометрии. Настоящие гении не вещают. Когда он вышел из кухни в туалет, я представил его членом, мне захотелось попробовать его на вкус, на запах. Но я испугался, не попросил его об этом. Потом, когда я стал бегать по Москве и хватать людей то за нос, то за жопу, Паша объявил меня гладиатором. Это была полуправда. Да, я плебей, пролетарий. Но я хотел не только театра жестокости, я хотел также и рекорд нежности. Мои гладиаторские бои не были заказаны никаким Цезарем, и я не сражался на забаву толпы. Я был восставшим гладиатором, Паша. Я хотел войти через игольное ушко в бунда, царство нежности, с тобой, со Смоловским, с Рэмбо. Ты, Паперштейн, очень умный, но тебе иногда не хватает мозгов. Ты должен бы понимать, что есть на свете такое, чего ты не понимаешь. Возможно, тебе нужен не ум, а мысль. Вот так. Мне с моим принцем ПП оказалось не по пути. Но ведь я-то думал, что он принц и нищий. Это было бы так здорово, но нет. Паша, как я сейчас его вижу, никогда не был вифлеемской звездой или Хасаном ибн Сабахом, но он был, конечно, самым талантливым и артистичным среди московских малодушных художников. Он был настоящим умницей. Гений – это Кафка. А Паша – милейшая, тончайшая, слегка снобистская художественная добавка. Шавка-малявка, прибавка-разбавка? Нет, это Лидерман рядом с ним, дисциплинированная топорная шавка. А Паша – талант. Монастырский, зачем же ты связался со всей этой кликой?
Паша Пиперштейн — человек деликатный, чувствительный, нежный, изощренный, а художник он полумощный, послеконцертный, посттелевизионный, меланхолический. Он любит сказки и поэзию, а искусство читает удовольствие. Правильно, так думал и Пикабия, и Дюшан, и Брадерс. А еще, в отличие от болтающих об истории учителейших вроде Гутовой, у Пиперштейна есть истинное чувство истории и ее конца. Отсюда его невыдуманная меланхолия, все эти девочки, офицерики, попы, цари, Шерлок Холмсы, руины, могилки, белочки, баночки. Искусство Паши — интеллигентская изысканная ностальгия, продукт высочайшей гастрономии из ресторана «Прага». Меланхолия Пиперштейна — это мандельштамовская тоска по мировой культуре, разбавленная советским пионерским киселем. Поэзия Мандельштама была страстью и тоской по логосу, а Паша просто тихонько, уютненько ностальгирует между своими холостяцкими удовольствиями. Он похотливый, безвозрастный интеллигент, изнывающий по горни ловитель. Мандельштам же назвал себя разночинцем. Тут между интеллигентом и разночинцем родилась грандиозная разница. Автор «Камня» противопоставил себя всему дворянскому и интеллигентскому. Разночинец для Мандельштама то же, что пролетарий для Маркса. Это не какой-нибудь сельский учитель или фельдшер, а мессианская гипотеза, конструкт нового существа. Разночинец, пролетарий – это тот, кто не имеет своего места ни в одном классовом раскладе. Он тварь в становлении, плебей на Олимпе. Пиперштейн же по своему языку, по всем своим честнособственническим жестам, интеллигент, парящий в меланхолическом воздухе современной культуры, как космонавт в невесомости орбитальной станции. Очень даже мило. Но интеллигенция, хваленая и кулимая интеллигенция, она ведь мертва, как не вертите. Акулы капитала и пираньи мелкой буржуазии оторвали голову интеллигенции, сожрали ее мозг. Остались только интеллигентские ручки. Как же тут быть? Что ваше дело? Он не придумал ничего лучшего, это наша рвей, чем отдать себя на растерзание кутерям молодежной попсы, сертифицированными щипцами современного искусства. Эти пудели лежат Паш на пятки и ляжки, сосут яйца и жопу, обслюнявили его с головы до ног. Они могут его дососать, как леденец, до смерти, до палочки. Они греют замерзшие сердечки Пиперштейна, они размораживают его русский холодец до советского киселя. Форель разбивает лед, ковбои разбивают лед, пудель Фауста разбивает лед. Берегись, Паша. Недавно в Берлинской галерее я с умилением рассматривал маленькие вещицы Паши, черно-белые псевдоиллюстрации, псевдоминиатюры на ватманских листочках. Красиво, деликатно, тонко. Это как бы картинки к Пашиному бесконечному роману эссе о злоключениях духа в мире беспамятной ядерной катастрофы. Сладко, грустно, спектрально. Но этот пиперштейновский роман эссе в подметке не годится другому роману эссе, а именно ясному, мудрому, первопроходческому человеку без свойств Роберта Музиля. Потому что Паша — приятель Гройса, а Музиль был другом Спинозы. Паша почему-то решил, что просвещать читателей глянцевых журналов почетнее, чем сидеть в горах и на харетом и разговаривать с духами. Видимо, опять его попсовый пудель попутал. Паша, ты любимый художник Ким Кардашьян и Ольги Свибловой. Интересно думать о потрясать пиперштейновских работ и сравнивать его адресата с адресатами других талантов и гениев. Думать об адресатах разных художников – полезное занятие. А ну-ка посмотрим. Адресатом Андрея Монастырского является секуляризованный и компьютеризованный монастырь Господа нашего Маларме. Адресатом Малевича были эскимосы и матросы. Адресатом художника Дубасарского является Нарядский Щукин. Адресатом Константина Вагинова было «Мертвое море в теле его». Адресатом Бертольда Брехта был «Неродившийся пролетарий». Адресатом Эдварда Мунка была «Менструальная красавица Леди Магда». Адресатом Клея была «Премия орфических пигмеев». Адресатом Модильяни была «Монмартская кошка Зузу». Адресатами Сутина были «Ночные деревья в Винсанском лесу». Адресатом Пикассо были «Атланты» и «Кариатиды» Эрмитажа. Адресатом стихов Бродского была студентка в ленинградской ванне, потерявшая в эту ночь девственность. Адресатом Рогинского был парижанин из ГУЛАГа. Адресатом позднего Белого был труп Гоголя. Адресатом Блока была Мария Магдалина. Адресатом Гранвилля были цветы на луне. Адресатом Дюшана была его прапрабабушка, когда она надевала подвенечные панталоны. Адресатом Гутова был комсомольский вожак из Урюпинска. Адресатом Лидермана был Делёз, пропущенный через мясорубку литератора Скидана, а потом национальный украинский гимн. Адресатом Осмоловского является группа Sex Pistols на пенсии. Адресатом Курбе был мексиканский мальчишка, возможно, Сикейрос до его покушения на Троцкого. Адресатом позднего Гои был Наполеон на острове Святой Елены. Адресатом Аделона Ридона был воздушный шар над Сахарой. Адресатом Константина Звездочетова являются усы запорожцев с картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Адресатом Петра Павленского является все прогрессивное человечество в интернете и говняная газета «The Guardian». Адресатом Джотто был 7-летний Пьер Паоло Пазолини. Адресатами Надежды Толоконниковой являются столетний Ричард Хелл и 15-летняя Хиллари Клинтон, а также все пяти Верзилова мира. Адресатом художника Летичевского является Мезиана, прикинувшаяся Буратино. Адресатом Эдуарда Лимонова является вечность, бесконечность с бюстами Сталина, Селина, Горького, Лимонова и Молотова. Адресатом Марины Цветаевой был Гром.
Адресатом Гоголя сначала был Пушкин, а потом Данте. Адресатом Ричарда Принца являются призраки Уильяма Берроуза и Марлен Дитрих. Адресатами Уоллеса Бермана являются Жаклин Кеннеди и Ли Харви Освальд, занимающиеся любовью. Мой адресат – мальчик с пальчик. Адресатом Тарантино является Тарантино. Адресатом Андрея Тарковского был подросток Аркадий Макарович Долгорукий. Адресатом Катула был воробьишка, сражавшийся с римским орлом. Адресатами Караваджо был мальчик с ананасом и карлик с контрабасом. Адресатом Паула Пепперштейна постепенно стала красная шапочка, плессированная юбка с подбритой пиздой. Адресатами Паши стали читатели журнала «Снуп» и южнокорейские школьницы. Так что я больше не хочу кушать с Пашей публики, не хочу трогать его за ухо, не хочу лежать с ним в постели и читать под абажуром рассказ Пришвина, не хочу купаться с ним на шампуненной ванне. Как все пролетарии, я предпочитаю душ. Да и Паша моя компания не к лицу.